физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Конева состоялся товарищеский волейбольный матч, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Команда школы единоборств «Шторм» померилась силами с сотрудниками комплекса. Все участники встречи вышли на площадку с твердой уверенностью, что спорт – действенное средство в борьбе с терроризмом. Игроков поддержали ветераны боевых действий и представители Министерства спорта региона. Спорт воспитывает характер, воспитывает волю, воспитывает терпение у человека. Поэтому, безусловно, через спорт сегодня мы воспитываем правильное поколение, правильную молодежь, которая впоследствии, многие из них также станут в ряды каких-то силовых подразделений и будут защищать наших граждан. Волейболисты физкультурно-оздоровительного комплекса взяли бодрый старт, делали хорошие навесные подачи, показали комбинационную игру и повели в счете. Это игра. Вот отдельная благодарность соперникам, да. Они приняли, скажем так, партию в волейболе, не являясь, по сути, волейболистами, не имея никакого опыта. Мы-то все равно, как бы, но более продвинуты в этом деле. Но, как мы видим, соперники дают бой, и игра довольно так и напряженная, и интересная. Кульминация матча – битва в середине второй партии. Равный счет 14-14. В этот момент игроки команды «Шторм» проявили свои лучшие качества. Силу духа, сплоченность, умение биться до конца. Переломили ход поединка и выиграли второй сет со счетом 25-19. Девиз сработал, и также еще игровой азарт, потому что всегда хотим побеждать. И мы старались сделать то же самое до последнего. Яркое соперничество в решающем сете матча. Красивые комбинации, дружеская состязательная атмосфера. Финальный натиск штурмовцев. Победа команды Александра Шлеменко со счетом 15-10. Мы помним, чтим всех тех, кто спасал всех ребят, особенно детей, да, которые пострадали, которые невинно пострадали в этой ситуации. Вот такие вот моменты, да, они очень трагические. Но главное не забыть, из-за чего это все произошло. Сделать правильные выводы, и чтобы больше мы к этому не вернулись. Нам чуть-чуть нужно было первый тайм сыграться. И также, ребята, мы не играем просто в волейбол. Конечно же, есть память мышечная, но ее нужно возобновить. И вот как раз за второй раунд мы ее возобновили, выиграли второй и третий уже мы более уверенно забрали. Игра завершилась чаепитием и дружеским общением.